Меня зовут Ксюша. Александр. Мы из Костромы. И Ярославля. Примерно чуть больше года назад мы открыли Инсталаб. Я обратил внимание на франшизу Инсталаб на одном из франчайзинговых порталов, на портале Bboss. Потом я поехал на франчайзинговую выставку, случайно увидел Игоря, решил подойти пообщаться. Мы пообщались, и буквально там через месяц мы подписали договор, и Инсталаб появился в Ярославле и в Костроме. У нас практически параллельно и одновременно с Инсталабом появился еще и свой такой мини-проект. Это наш маленький ребенок. Ей сейчас как раз тоже годик. Она очень маленькая, но ей безумно нравятся наши магниты. Дети вообще от них в восторге. И на самом деле это тоже даже, наверное, отдельная тема, то, что вот детям нравится. И насколько мы поняли по встрече сегодняшней, то, что мы не одни такие, и на самом деле очень много семейных пар открывают Инсталаб, занимаются им. И мы на своем собственном опыте хотим сказать, что ребенок, он не просто там не мешает работе Инсталаба, или Инсталаб мешает занятиям с ребенком, это абсолютно совместимые вещи. Не нужно бояться открывать свое дело, когда ты уходишь в декрет. На самом деле мы придерживаемся мнения, что это тот бизнес, которым, если ты действительно занимаешься, если ты уделяешь этому должное внимание, то тогда он действительно может очень быстро окупиться, он может приносить хорошие деньги, и это хороший бизнес. Но здесь важно, да, здесь важно понимать еще, насколько ты готов этому всему отдаваться. Если ты, то есть условно, мы взяли франшизу, у нас тут же, там, на следующий месяц рождается ребенок, там, одна в запаре, там, о, ребенок, что делать, я круглые сутки с ним, второй, о, надо работать, там, круглые сутки командировки и другое. Инсталаб было меньше времени, чем планировалось. Сейчас мы это время освободили, и начинается новая эра в Ярославле, в Костроме. На вот самом так. деле все успеваем, Инсталаб занимает не так уж много времени, то есть, в принципе, если этому уделять каждый день там, по несколько часов, условно, можно заниматься и продвижением в соцсетях, и придумыванием каких-то маркетинговых штучек, фишечек, чтобы это все двигалось. Мы разделили обязанности, Ксюша у нас занимается всем, что связано с соцсетями, и откуда приходят различные розничные заказы, и в том числе в соцсетях сейчас, в принципе, и находится куча других мероприятий, обитает куча людей из ивент-сферы, а Саня просто ездит там, что-то печатает, договаривается с кем-то, продает что-то кому-то. У нас есть любимые клиенты, например, Новатек, Соколов, крупная ювелирная компания. Мы можем работать не только как выездная фотостудия, да, которая на месте, приехав, что-то сделала для какой-то крупной компании, но даже такие вещи, как условные визитки или какие-то магниты для каких-либо других целей, также могут быть изготовлены нами в режиме, скажем, home office. Помимо того, что мы работаем на мероприятиях, нам очень интересно продвигать такую розничную продажу магнитов, среди которых есть в том числе коллекции алфавитов и прочие, созданные иллюстраторами. И, например, иллюстратор делает картинку, и, соответственно, эта картиночка появляется у определенной буквы, например, А – это кто? Альпака. Где да. мы еще узнаем, что есть что такая такое альпака? Животное? Что такое альпака, друг? Вот, оказывается, альпака – это животное. Мы бы об этом никогда не узнали, если бы не сделали алфавит для детишек. На самом деле сейчас появляется новый сервис на сайте Инсталаба, который дает возможность заказать магниты онлайн, сидя дома, и это все очень-очень удобно, потому что у нас очень много пресс-форм, то есть магниты могут быть абсолютно разных форм, сердечки, круги, квадратики, полароиды. Это все очень интересно, это пользуется спросом. Имея опыт работы с другими франшизами, я могу сказать одно, то что у Инсталаба есть действительно неоспоримое преимущество, которое можно обозначить такой штукой, как техподдержка. Проблемы главным офисом решаются своевременно, и самое главное, что оно решается не из серии «Блин, ребят, ну вы пробуйте вот так вот», а действительно здесь люди
встают на твою сторону, включаются в твою проблему. Если надо, они подключаются к твоему компьютеру. И все это происходит в режиме реального времени. В принципе, если ты обратишься там в 12 ночи, и Игорь не будет спать, то он тебе обязательно поможет. Инсталаб — это такая большая, даже не скажешь, не семья, такой шаблон. Скорее, такая команда, потому что все друг другу помогают, все без проблем делятся советами, лайфхаками, какими-то идеями. У нас есть чаты, в которых мы постоянно общаемся. Это очень интересно, когда ты обмениваешься опытом вот именно в режиме реального времени. Это на самом деле очень прикольно. Будь частью команды. Братан, если ты работаешь сейчас на работе каким-нибудь менеджером, и такой думаешь, черт побери, что же делать-то? Что делать-то, сидеть за компьютером всю жизнь или чего? Возьми себя в руки, открой какую-нибудь франшизу, например, Инсталаб, займись ей, раскачай ее там за полгода, год, уходи со своей работы и кайфуй от своей жизни.